Доброе утро. У нас здесь сегодня солнышко наконец вышло. Вот. И сегодня такая вот вечеринка. Выкатил Супербёрда. Вечеринка в парке. Вот. Все только начинается, еще утро. Людей нет, расставляются, вот как видите, вон охотники за привидениями здесь. Генерал Ли. Короче, много всего интересного. Вот такой вот розовый слоник. А нет, розовая пантера. Короче, друзья, это фестиваль чили. Здесь готовят чили, это такой супчик. Короче, все бесплатно. Ты ходишь, пробуешь, каждая палатка это какая-то там кафешка или контора, которая готовит чили. Здесь, как вы видите, есть полиция и пожарная. Вот это полиция, ну, точнее, шериф, это пожарная. Все готовят чили, и ты, короче, выбираешь потом вот этот чип, вот эту штучку, отдаешь лучшему, который больше всего понравится. В общем, я пошел затариваться чили. Hit it, James. I just started. It's the first. Just started. Okay. Boom. Okay. There you go. I will come back for sure. Hello. How are you? Смотрите. I am excellent. Лучок. What station? Сметанка. Oh, you're a heckler. Okay, that's cool. That's okay. Вот это, я понимаю, полиция подготовилась. А? Короче, вот такие стаканчики пивные выдают. И это все разные пивоварни местные. И везде можно бесплатно взять пивка и попить. Вот, тут разное. Есть Ирочка, вот, например. Есть обычное пиво. Короче, сейчас будем пробовать, друзья. Все-таки... Что может быть лучше, чем холодненькое пивко на солнышке летом? Подряд.